Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6 из раздела «Повторение». Подбери цифру, которую можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное равенство. Рассмотрим первый пример. Мы сюда на место десятков должны поставить какую-то цифру, чтобы число получилось меньше, чем число 514. Мы сравниваем два трехзначных числа, в котором 5 сотен в одном и во втором. А теперь сравним десятки. Мы должны подобрать такое количество десятков, чтобы оно в любом случае было меньше единицы. Значит, вместо звездочки мы можем поставить только цифру 0. 508 меньше, чем 514. Сравним второй пример. Это число трехзначное. И второе число также трехзначное. Так как это число больше, то две сотни, а вместо звездочки мы должны подобрать такую цифру, чтобы она была меньше, чем две сотни. Значит, это может быть однозначно только цифра 1. И получается, что 206 больше, чем 189. Третий пример. Два трехзначных числа, в котором 7 сотен в одном и 7 сотен во втором. Значит, смотрим на десятки. Десятка больше единицы, единица больше, значит, меньше единицы может быть только 0. Ответ 0. 715 больше, чем 705. Последний пример. 842 и неизвестное количество сотен во втором трехзначном числе. Так как данное число больше, то количество сотен должно быть обязательно больше 8. Значит, это 9. Получается, что 842 меньше, чем 901. Ответ 9. Вместо звездочки вставляем данную цифру 9. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.